Вы смотрите обзор товара «Мраморная крошка, галтованная белая, фракция 5, десятом 10 кг». Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Галтовка позволяет придать мраморной крошке более обтекаемые, сглаженные формы. Обработанная таким способом крошка имеет гладкую блестящую поверхность, чем-то напоминающую речную гальку. Газоны и клумбы с такой отсыпкой выглядят очень аккуратными, радуют глаз яркими бликами в солнечный день. Вполне уместной окажется галтованная мраморная крошка в аквариумах и террариумах, как в смеси с речной галькой, так и в чистом виде. Ведь этот материал лучше всего смотрится в увлажненном виде. Используют галтованную крошку мрамора и для украшения интерьеров, в фонтанах и различных декоративных композициях. Помимо этого, галтованную мраморную крошку можно использовать для украшения комнатных растений. Для этого достаточно нанести тонкий слой в 1-2 см на поверхность грунта в горшке. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.